На территории Мурманской области продолжается отбор в мобилизационный резерв. Быть в запасе, но при этом в полной боевой готовности приглашают мужчин от 19 до 44 лет, прошедших военную службу, годных по состоянию здоровья и не имеющих судимости. В этом году резервистам проведут подготовку в рамках стратегических учений «Запад-2021». Их цель – совершенствование военных навыков. С мужчинами проведут занятия по стрельбе и выносливости. Внимание уделят физической форме. Военнослужащим запаса положены денежные выплаты. Им выдадут обмундирование, доставят к месту учений, обеспечат питанием и проведут медицинское освидетельствование. Размер выплаты будет зависеть от занимаемой должности и воинского звания. 3 дня они всего в месяц пребывают на тренировочных занятиях. Будет составлять от 6 до 10 тысяч. Если будут привлечены на военные сборы, это продолжительностью 30 суток, это будет от 27 до 36 тысяч. А также им будет выплачена средний заработок по месту работы. Для того, чтобы поступить в мобилизационный резерв, необходимо обратиться в военный комиссариат городов Кировск и Апатиты. Данная информация о мобилизационном людском резерве размещена на сайте органов местного самоуправления города Апатиты. А также граждане, которых заинтересовали данной информацией, могут обратиться в кабинет номер 207 администрации города Апатиты в отдел по мобилизационной работе. Мобилизационный резерв нужен для решения задач в мирное время. Резервистов могут привлечь для оказания помощи по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.